Та-та-та. Йоху! Всем привет! Меня зовут Артём. Мы заказал себе разрешением. И сейчас нам будет SAP Containment Bridge. И сегодня мы будем проходить все концовки этой игры. Да, все четыре концовки. И короче, я голосовал в интернете, что это, как надо делать тут до этого. Пошли, начнем. Давайте с самой первой концовки, с выхода А. Так я у нас вот как-то так. Так, короче, будем идти просто вперед тут. Самого упора, там где-то выход А я видел, я помню. Танки военные находятся там. Так, а видео покажу, перемотаю вперед. По-быстрому. Все, короче, я дошел до этого места. Там уже очень долго побегать там, ну ладно. Вот наш выход. А. Так, сохраняемся сразу. И идем на выход. Так, а что тут где-то пойман у меня? Это сразу будет вторая концовка. При этом выходим. Ну, а еще и посмотрим надо. Так. Так. Не понял. Так, ну ладно, допустим, баги тут везде есть. Так, мы выйдем походу никуда, да? Пошли тогда обратно. Думаете, скажем. А куда я тут пропал? Что за дичь? Все, меня поймаем. Ну ты. Сейчас военных поймаем. Ну окей. И пробей походу. Да. А вот такая концовка получается. Ну уж понятно. Так, короче, дошел до этого, до этой камеры деда. Я свой и выпустим. Давайте посмотрим, получится это сделать или нет. Надеюсь, получится. Так, я выходим. Уж выйдет оттуда. Ты сейчас вышел. Все, короче, пойдем идти. Да, дайте мне хорошо уже. Снова на этот выход. Я нас дед не поймал. Сразу сохранимся. И в путь. Так, короче, мы у выхода. Сразу сохраняемся. И смотрим вторую концовку. Точнее, первую. Оригинальную концовку. Так, что вы сразу не забывайте узнать. Тоже за звуки. Так, где пошел, а вот. Так, где-то если меня не раз не будешь пивать. Да нет, тут и бей тут всех, кого можно, это меня не трогать еще. Ну хорошо, бить появится, конечно, достаточно. В этот раз без бага. Что вам очень радуется. А, где-то к ним пошел. Они же поедут по мне. Ну окей, пусть хорошается. Я понял, закрыт. Смысл закрыт. Еще прям туда идти. Да вы шутите. Вот это да. Я же куда уничтожил его. Может, сам надеюсь, его уничтожим. Да ладно. Так, и что делать? Так, это куда так выбьет, если что не поделать. Вот ты должен не поехать уже. Мне тут что делать? Тут тупо закрыто и все. Куда мы идем?
Военные уже идут сюда. Да, секунду, живой надо куда за дедом пойти туда и еще куда, не знаю, поверьте. А, даже ступеньки были. Ладно, же это сразу без. Эй, давай, без иди туда к ним. Эй, ток. Иди, отвлекай быстрее. Так, они только не камни, только не быть. Так, молодец. Да, быстрее, только не чай, отвлекай, дрыч. Я пока выкосту, ну, вася сюда. Все, вот, наконец-то выход, да? Я надеюсь на это. Белый свет в конце зубы. Ну что нам может быть? Здоров. You know too much to let them get you. Не понял уж. Куда я вообще попал? Какой-то кошмар, что ли? Для все, что ли? Странный пятый конфуском. Куда я шел? Это куда-то кошмар на него зашел, что ли? Какие-то клыки пошли у меня. И команда от меня где-то попала прямо сейчас, что ли, не знаю. Сейчас было. Как-то выступит туда стена сзади, и что это? Очень странная какая-то концовка. Но вроде бы тут сбежал. Нам получается, не видится. И не поймаем, короче. Много всяких вариантов, похоже. Ладно. Дальше пошли. Так, короче, дошел. И отправляйте выход, прям. Время пришло. Так, выход Б. Так, короче, по-моему, начало тут без боеголовок. Открыть концовку, потом с ним. Потом уже будет. Так, какой тайм метро, что ли? Давай бы выход, вроде бы все, он там выстрел где-то, не подаю, летает. Может, как-то тут под напостел закрыть. И вот вперед бежать, может, интересно. Так, ну где-то попробуем. Блин, кто-то стоит наверху. Так, как же пройти туда через него? Подождите. У меня сразу запает. Ну, вниз не спуститься никак. Какие могут быть варианты в этом месте? Непонятно. Было он запостел схватить, честно. Уже что поделать тут. Больше ничего не поделать. Могут сохраниться. А, это только оценить. То не пойму, сейчас спает. И нет. И может. Все, у них контент, походу. А это да, для своего убегу сюда давайте. Ну, это такая сложная локация получается. Через миллиард или что, и вертолет. Может, все-таки пройдут как-нибудь. Нет, не пройду. Надо будет экспериментировать эта локация. Так, ладно. Короче, у кажется, забрался. Тут как оценок пусть разбежаться кое-как по-быстрому. Вот, блин, сюда тут. А, нет, я вижу. Ладно. Так. Знаете, что странно? Ну почему-то все стало как-то слишком белое уж. Вам не кажется? Почему-то что такое белое, понимаю? Что за дичь? Блин, что случилось, что собаки пошли? Короче, я снова забежал сюда. Так. Сейчас я ничего отрываю. Так, окей. Так, что-то непонятно тут происходит. Снова. Так. Что за взрывы пошли? Так, что там вообще происходит? Что за дичь? Ну-ка, без какой-то взрывы хаос происходит настоящий. Беспредел. Да, наверное, крайне опасный, если бы сбежал. Самый опасный.
Так. Дальше я под окном отказываю от этого, да? Получается. Ну, уже было некуда это идти, наверное, да? А потом же выхода, вот это все заперто. Тут газ. Короче, как-то так. Ладно, короче, обернулся обратно на гибриде и микробоеголовки. Даже пошли сразу. Да, здесь еще ни разу не был. Тут я 7-12 нашел, надо его вообще делать так. Ну хорош. Так, удаем на ли это нас с боевого кайфа? Удаем на ли нас боевого камеру? А, не работает. Ну, мы выучаем все. Так понижает. Ну, давайте возьмем. Ну, рука мы лазаем с этим. Да, ему еще дед пошел. Ты дивизия идут. Ладно, мы плавим туда-сюда, поймем. Через лифт. Да хорошо, ладно. И снова делаем выход А. Ну, то есть, точнее, выход большой путаем. Сможешь выиграться из места. Поехали. Так, короче, снова здесь. И у меня опять какой-то приятный баг появился, что здесь тут. Ну ладно. Странно, куда вообще все исчезли? Тоже здесь страша, вот стражник стоит там механик. Так, ну хорошо. В этот раз можно не бежать, а может тихо закрыть. Ну хорош, хорош, хорош. Блин. Так, хорош, хорош. Ну, проходим тогда. О, наконец-то. Я очень круто поэкспериментировал с графикой и стало чуть получше. Точнее, к отношению экрана. Странно, что-то фул скрин делаю, да, что-то белое все куда-то съесть, чувствую, странно, короче. Так, это как разрешение затем мелкое. Что сделать? Ну ладно, тут все уже не так светло. Так, опять ДСП сбежал оттуда. Там опять хаос происходит настоящий еще. Ну ладно. Я даже хорошо, сейчас наконец-то видно, что нам. Так. Так, короче, что я тут буду делать? Может, я тут буквально сделал, может. Может, можно как бы от вас спастись, если вы там выходим. Да уж, как пишем, происходит. Так, ладно. Закрыто. Ну. Так. Но будет все то же самое, что и предыдущей концовке. Так, короче, считал, что надо какой-то порой водить. Но именно против не знаю, поэтому ну, вот знаете, хочу почитал тут, что за порой еще. То что без порой даже не противится, узнал. Короче, порой такой еще. 6, 2, 5, 6. Так именно я знать, какие именно взять его книжки, что я не знаю. Да, короче, и тут пробовал без него как-нибудь, нифига не получилось. Но большой успех этого не тренде, тут пары стоят до этого. Так. Так, ну чё её заперто? Так, раз пустим туда, вышел. Гун дают. Ну, сегодня больше деньги. Там дают и тут сказ. Безвыходная ситуация. Шоу, приубейте. Да, убьют. Да, труп они все еще появятся по трупу. Да, ну дают.
Ладно, короче, мы стоим все концовки этой игры, да, все по порядку. Может, было очень интересно, очень необычно и очень здорово. Ладно, короче, подписывайтесь на просмотр, ставьте лайк, вам повезет здесь. Ну ладно, всем до новых встреч, удачи.